представлен новый ASIC-майнер от компании InnoSilicon. Как сообщает CryptoMiningBlog, компания InnoSilicon быстро отреагировала на вчерашнее заявление компании Bitmain о новом устройстве 15GHS X11 ASIC-майнер и анонсировала гораздо более мощный и энергоэффективный вариант под названием A5 Dashmaster X11 ASIC-майнер. Информации пока мало, и характеристики можно посмотреть только на китайской версии сайта. Скорость хеширования A5 Dashmaster составляет 30,2 ГГц в секунду X11, что в два раза выше, чем у продукта от компании Bitmain. А потребляемая мощность всего 750 Вт, что говорит о гораздо более высокой энергоэффективности. Пока нет никакой информации о цене на новый ASIC-майнер. Начало продаж A5 Dashmaster X11 запланировано на сентябрь.